Сталько, все внимание на меня, договорились? Все, здравствуйте, садитесь. Итак, сегодня у нас с вами урок, который называется «Закон уклона напряженности электрического поля». То есть мы с вами на предыдущих двух уроках разбирали эту тему, сегодня как бы подытожим это. Дальше. Значит, сегодня повторим, решим задачи, ну и попробуем решать сложные задачи. То, что у нас немножко, если вдруг не получится, то у нас есть еще дополнительный урок, на нем мы уже дополнительно порешаем сложные задачи. Дальше. Значит, давайте повторим. Какие два заряда существуют в природе? Так, давайте так. Кто у нас говорит, и себе галочки отмечите, пожалуйста, сколько вопросов вы ответите. Хорошо? Итак, поднимаем руку, если вы готовы. На первый вопрос. Ну, готов. Какие два вида заряда существуют в природе? Какие? Положительно отрицательно. Но как бы давайте не базарным типом, а руку подняли, и кто первый понимает, тот отвечает. Нажимайте сразу еще раз, потому что там будет прекрасно сказать. Дальше. Как взаимодействует заряд? Как взаимодействует заряд? Что между? Так положительного отрицательного. Не так немножко, что между ними происходит? Есть ли два плюса? Если два минуса, значит, как они взаимодействуют? Притягивают и отталкивают, значит, вам бог. Дальше, по какому закону можно изучить силу взаимодействия заряда? По какому закону? Закон Кулона, тебе палочку не забывайте, а потом встать, мальчики-то же не будут это. Так, значит, закон Кулона, дальше. Так, какой заряд называется элементарный? Какое его значение? Электронный. Заряд электрона и сколько? Минус 1,6 умножить на 10, минус 19. Минус 19 степени. Так. Дальше. В чем состоит явление электризации? Что это за явление? Электризация. Что это? Вот сегодня было очень холодно, вы очень быстро торопились по уши, чтобы не замерзли. Что у нас происходит? Трение. За счет трения что происходит? Электризуется тело. Оба тела или только одно? Оба тела электризуются. Причем, знаете? В одном будет достаток, получается, а в другом недостаток. Чего? Электрона. В одном будет избыток электрона, в другом недостаток. То есть наэлектризуются оба тела. Так. Совершенно верно. Явление перехода электрона с одного тела на другое будет у нас называться электризацией. Причем у нас только за счет трения происходит, а еще так может произойти. Хорошо. Ну, это опять трение. А вот, допустим, на тебе уже есть заряд, да? Да. И ты стала здороваться с вами. Он передает мне ласку. Встречает заряд, весь заряд или половину? Половину заряда сразу передали. Потом еще коснулись, то есть половинка еще один, то есть в конце концов мы обнулились, да? Обнулились. Совершенно верно. Трением, касанием и так далее. Так, закон сохранения электрического заряда. Как сформулировать? У нас электроны куда-то теряются. Вот они убежали от сооружения. А потом что? Они возвращаются обратно. Они возвращаются и тело обнуляется, да? Хорошо, идем дальше. Следующее. Так, закон Кулона. Закон Кулона, формула какая? Так, во-первых, давайте, что он определяет? Вот это что-то заряд будет определять? Да. Нет. Силу. Силу взаимодействия между зарядами. Хорошо. А вот здесь вот меня интересует. Плюс или минус? Минус или плюс, плюс? Нет. Будет иметь значение? Нет. Нет. Почему? Потому что там берем по абсолютной величине. Поэтому, знаете, мы определяем только силу. А вот сила притяжения или отталкивания у нас этот закон не скажет, да? Формула этого закона кто скажет? К умножить на Q1 плюс 2 и делим на R квадрат. Что такое? Расстояние между зарядами. Что такое так? Постоянный или коэффициент пропорциональности. С помощью того, ты что молчишь? Ты не говоришь ничего. Так, значит, это у нас получается заряд, К, это идет постоянно, R идет... Ага, следующий вопрос. Чему R коэффициент пропорциональности в законе Кулона? Чему R коэффициент пропорциональности? 9/10. Так, 9/10 степени, о чем измеряется? Ньютона. Делено на квадрате. Хорошо. Дальше. Посредством чего происходит взаимодействие между зарядами? Посредством чего происходит взаимодействие между зарядами?
Интересно, чего происходит взаимодействие между зарядами? Вот говорят, вот здесь есть заряд, вот на вашей сфере нет заряда, а вот где-то есть посредством электрического поля, а еще? За счет чего появляется? Вот смотри, а сейчас, на сейчас был заряд, на Ване не было заряда. Как только они поздоровались, стал заряд там и там. Что у нас? Электроны перебежали с одного тела на другое тело. Так, поехали дальше. Электрическое поле, правильно вы сказали. Так. Назовите основные свойства электрического поля. А теперь давайте так. Что такое электрическое поле? Когда оно появляется? При заряде. При появлении заряда. Хорошо. Вот смотри, ты пришла, на тебе есть заряд, значит на тебе есть электрическое поле? Да. То есть орел вокруг тебя электрического поля есть. Давай? Не было его. Вы поздоровались, заряд разделился по-братски, появился орел у тебя и у Вани. То есть поле появилось. То есть оно появляется когда? Когда есть заряд. Заряда нету, поля нету. Сейчас на вас заряда нету, все, орелы нету. Придется подтереть его немножко. Итак, основные свойства поля. Какие? Заряды получаются. Так. Значит, оно появляется с присутствием заряда, а действует? Только на заряд. Вот на мне нет заряда, на меня оно не будет действовать. И даже если она будет сидеть на ней, есть поле, на тебе нету поля, заряд действовать не будет, а поле действовать не будет. То есть это не суперприбор, который измеряет что-то. Тогда да, поле будет влиять каким-то образом, а так оно не будет. Так, дальше. Создается и обнаруживается по действию заряда, как мы и говорили. Единственное, пропустили, что один из видов материи, да, что оно существует независимо от нашего сознания, хотим мы не хотим, оно все равно будет. То есть, если мы с вами утверждаем, что не обнаружен заряд, а оказывается, есть и поле будет существовать. Хорошо. Электростатическое поле. Это что? Электрическое поле направлено одинаково во все стороны. Направлено одинаково во все стороны. Причем размер мы определить фактически не можем, да? Чем дальше от заряда, тем оно больше или меньше? Больше. То, тем оно меньше становится. Ближе к заряду больше поле, оно действует сильнее. Чем дальше от заряда, тем оно меньше. Хорошо. Какая величина характеризует электрическое поле в данной точке? В данной точке. Какая величина будет характеризовать электрическое поле? Ты будешь говорить, да, здесь поле большое, здесь поле маленькое. На приближенность. Молодцы. На приближенность будет характеризовать поле в данной точке. Дальше. Так, чему равна напряженность электрического заряда? Это, во-первых, что это такое? Это силовая характеристика электрического поля. Силовая характеристика электрического поля, как она считается? Что-то тут нет, как бы вообще молчит. Там работает, тут, а тут... R деленное на Q. То есть это силовая характеристика электрического поля. Изначально формула идет R деленное на Q. Хорошо, а еще одна формула есть такая? К умножить на Q, деленное на R квадрате. К умножить на Q, деленное на R квадрате. Хорошо. Дальше. Какое направление имеет электронапряженность электрического поля? У нас два заряда. Так. Смотрите. Есть заряд плюс. И есть заряд минус. Так, от плюса уходит, не отталкивается. Так. А к минусу? Приходит. Хорошо. Давайте, молодец. Давайте теперь. Однородное электрическое поле. Как его нарисовать? Однородное электрическое поле. Его как нарисовать? А? Ну, это... Одинаково во всех точках. Значит, будет, напряженность будет одинакова во всех точках. Хорошо, Марина, стой. Так, эта пластинка у нас заряжена плюсом. Это минусом. Так. Так. Атмошка исказится. И напряженность у нас будет равна. Так, давай тут нет, давай чуть сильно посмотрим. Она будет равна у нас по числовому значению, да?
Мало того, что у нас линия будет параллельна, она еще будет равна по числовому значению. Дальше, да? Еще дальше. Так, вот оно. Мы с вами сделаем совершенно правильно. Так, и еще дальше. Графическое изображение электрических полей. Приведите примеры графического изображения электрических полей. Давайте возьмем так. Я вам начну, а вы мне просто эти поля потом нарисуете. Хорошо? Вот у меня есть два заряда. Этот заряд со знаком плюс. Этот заряд со знаком минус. Мне нужно найти, допустим, напряженность в точке С. Так, куда она будет направлена. И второй вариант. Вот у меня заряд плюс У1. А вот заряд минус У2. И мне нужно нарисовать, как будет линия напряженности идти, то есть линия электрического поля. Так, кто пойдет? Подумайте. Вот я еще раз повторяю. Смотрите, здесь плюс, здесь минус. Получается, каждый заряд что делает? Создает свое поле. В этой точке что у нас делается? Эти поля складываются. Они складываются. Соответственно, поле этого заряда и поле этого заряда будут действовать на эту точку. Значит, как, куда будет направлено? Вспоминаем. Напряженность что делает? От плюса уходит, так? К минусу? Приходит. Ну, идет направлено к минусу. Итак, кто пойдет нарисовать? С точки С куда будет направлена напряженность? Знаю, вы что так боитесь? Валя пойдет, пошли. Правильно ты нарисовал, Максим? А что ты не вложил? Так. Так, ты их не обозначил. Напряженность от первого заряда, напряженность от второго заряда. Напряженность от первого заряда, напряженность от второго заряда. Так, ну это будет что, Е1? Так, здесь будет Е2. Все, а это будет где общее будет? Так, достраиваем до параллелограмма. Понятно, проговаривай. Получается, вектор 0. Так, вектор напряженности в точке С будет направлен вот в эту сторону. Все, пойдем здесь. Во втором случае. Во втором случае делайте. Во втором случае. Опять же вспоминаем. От плюса напряженность у нас уходит. Так, Макс, теперь смотри. У тебя два заряда. Значит, у тебя вот это поле будет куда идти? Здесь заканчивается. Нет, ну ты нарисуй красивее. Нет, Макс, так не пойдет. Начинается на плюсе, заканчивается на минусе. Начинай на плюсе. Отсюда и идешь сюда. Отсюда и идешь сюда. Дальше. Так. Вот. Начинается на плюсе и заканчивается на минусе. Вот, а теперь вот это все. Вот это будет именно графическое изображение полей. Все, молодец, Алис. Так, ну а теперь мы разберем с вами устную задачу. Да? Дальше листаем. Так, как изменится сила взаимодействия двух зарядов при увеличении расстояния между ними? 2, 3, 5 раз. Уменьшится. Уменьшится. Почему? Потому что мы же делим на расстояние. Так, а расстояние в чем? Квадрат. Хорошо. Вот здесь уменьшится во сколько 4. Раз? 4. Здесь? 4. Да, здесь? 25. Здесь 25 раз. Да. Пойдем. Следующее. Как изменится сила взаимодействия двух зарядов при увеличении и обеих зарядов 4 раза? При уменьшении величины одного из них 3 раза. Давайте часть альфа. Как изменится сила взаимодействия двух зарядов? Ваша это будет работать. Как изменится сила взаимодействия двух зарядов при увеличении обоих зарядов 4 раза? Так. Что будет? Увеличится во сколько? А сколько? 16 раз. К1 на Q2 на F квадрате. Подсказка вам, чтобы знали. Следующее. При уменьшении одного из зарядов 3 раза. Один из зарядов уменьшаем 3 раза. Что будет?
Теоретически уменьшится? Уменьшится. Уменьшится во сколько? Три раза. Три раза. Почему? Потому что мы же... Просто один заряд уменьшаем, да? Никаких квадратов. Дальше. Как изменится сила взаимодействия между двумя зарядами при увеличении значения одного заряда? Один заряд увеличим в два раза, другой в восемь раз. И при этом расстояние увеличим в четыре раза. Никак не изменится. Почему? Потому что 2 умножить на 16. Значит, останется прежней, какой была, такая останется. Хорошо. Дальше. Как изменится напряженность? Вы отвечаете. Электрическое поле в данной точке, если значение заряда, которое создает это поле, увеличим в 2, в 4, в 6 раз. Значит, напряженность это k на q на r в квадрате. Так? Поехали. Значит, мы что делаем? Значение заряда. Берем заряд и увеличиваем в 2 раза. Что будет? Вот в 2 раза увеличим. Напряженность увеличится, уменьшится. Увеличится во сколько? В 2 раза. Хорошо, в 4. 4, 6. 6, 6 раз. Все, пойдем дальше. Все, вот так. Не хватает напряжения. Так, как изменится напряженность электрического поля, если расстояние до заряда уменьшит 3 раза, увеличит 5 раз? Вы? Как изменится напряженность, если расстояние до заряда, вот это расстояние, уменьшит в 3 раза, увеличит 5 раз? Сначала уменьшит. Уменьшится 9 раз. Стоп. Уменьшит 3 раза. Тройка здесь в квадрате, это 9 ушло куда? Вверх. Значит, увеличится 9 раз. Теперь, если я увеличу в 5 раз? 5 раз увеличу. Тогда тоже вверх пойдет? Уменьшится во сколько? 25. 25, совершенно верно, потому что идет квадрат. Хорошо, дальше. Так, с какой силой пойдет решение у нас. Итак, с какой силой взаимодействуют два заряда, 20 нанокулонг и 0,3 микрокулонг? Расположен на расстоянии 6 мм. Итак, ребята, система Си. Приставка мили. Это? 10 минус 3. Микро. 10 минус 6. Нано. 10 минус 9. Минус 9. Миллиметр от метра. 10 минус 12. Стоп. Миллиметр от метра. Минус 3. Сантиметр от метра. Минус 2. Все, повторили. Поехали. Кто первый решит, тот идет в доске. Хорошо? Так, итак, с какой силой взаимодействуют два заряда? 20 нанокулон, 0,3 нанок. Вообще, как бы, что, может быть, проще в доске и уже решать, кто-то решит правильно или неправильно. Давайте в доске нанесем. Давайте в доске. Итак, первую задачу кто пойдет решать? А? Макс пойдет, пошли. Так, вот 7 закрыш там, да? Вот это для меня получше. Не забывайте систему Си переводить. Так. Что вам? Нужно что-то переводить в систему Си или нет? Да, обязательно. Так, система Си. На. Минус 9, да. Да, можно написать 3 на 10 минус 7 пойдет. 6 миллиметров еще, да. Ну, здесь минус. Стоп. Миллиметр, минус 3, да. Так, нам нужно найти силу. Найти формулу, какая будет, записываем. Так.
ну все, прямая формула, да? Мы просто подставляем. Минус причем. 6 в квадрате 36, 3, 3 в минус 3 степени в квадрате, минус 6 степень. Да, дальше. Так, и здесь? Нет, почему? А, да, 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 9 и 10. Макс, давай по степеням пройдемся. Что у нас? 6 идет вверх, так? Со знаком? Плюс. 9 плюс 6? 15. 15. И там? 15. 15. Значит, что со степенями? Они сократятся. Совершенно верно. Значит, у нас остаются один цифр. Начинаем смотреть, что можно сделать. 9 плюс 6. Да. 12. 12 пойдет. 12 и 2? 12 и 2. 6. Ага, 9 и 6 еще. Так, итого 2 тогда получается. Чего? Ньютон. Все, пойдет. Молодец. Единицы измерения нам не надо быть. Следующая задачка. На каком расстоянии друг от друга заряды 10 метров кулон и 1 нанокулон взаимодействуют силы 9 миллилит ньютон. Итак, кто у нас пойдет? Дальше пойдет. Мы можем даже стирать доски. Итак, на каком расстоянии друг от друга заряды 10 микроклон и 1 наноклон взаимодействуют силой 9 миллиметров? Что будем искать? R. Записывая R, равняется вопросу. Дальше. Заряды Q1. Q1. Сколько будет? Так. 10 микроклон. Дальше. Так, дальше. Сила. 9 миллиметров. И как? Да, 9 миллиметров. Чего? Ньютон. Нет, это так, система 7 нужна, Кристина? Да, переводим систему 7. 10 на 10 минус какой? Минус 5. Стоп, стоп, стоп. Микро? Это? Нет, минус 6. И еще если 10 заберем, останется 10 минус какой? Пятой. Записывай. 10 минус пятой кулон. 10 минус пятой кулон. Так. Приставка магна. Минус девятая, верно. Мили. Минус третья, верно. Не бойся. Дальше. Так, ты сразу как хочешь? Давай так, сначала запишем закон кулона, а оттуда вытащим. Где потерялся? Во, молодец. Теперь вот отсюда вытаскиваем, написано. Так, теперь представляем твое число. Так,
мы подожди, что находится? Так, а он начинает сокращать. Не успеется. Девять не сокращает. Две степени подошли. Смотри, что мы с вами? Смотри, девятая и минус девятая. Так, убирается, а не сокращается. Нет, полностью, да. Так, что у нас остается? Минус пять и минус пять с минусом. Так, минус какая? Стоп, стоп, стоп. Три уйдет вверх, так. А, плюс. Так, поменяется. Значит, что остается? 10 минус 2. Но мы извлекаем корень квадрата. Значит, остается 0,1. Пойдет. 0,1. А до 10 чего? Метра, да? Расстояние значит метра. Так, следующее. Садись, даже молодец. Так, какая величина двух одинаковых зарядов, если они взаимодействуют силой 1 мН, а расстояние 3 см друг от друга? Кто пойдет у нас? Хорошо, пошли. Нам еще нужно найти. Следующая задачка.
Найдите напряженность поля заряда 6 нанокулон в точках удаленных от заряда на 3 сантиметра. Итак, кто у нас пойдет? Пойдем. Попробуем. Теперь только все сотри с доски, хорошо? Все дописали. А? Все дописали. Все дописали. Так, найдите напряженность поля и где? Да, я равняюсь. Дальше. Поле заряд Q6. Да, Q6. Дальше. Если поделим их от заряда, это R. R, верно. Так, ну что, детки?
Так, ну что? Так, здесь я вижу формулу вывели. Здесь. Формулу вывели. Ну что тогда? Смотри. Отсюда. Да, ну я это листаю. Не забудьте, что еще формулу нужно извлечь. Ну и что? Пишите. На 10 минус 3. Сколько получилось? 8,1 на 10 минус 3. Так, это вы прокомментируйте, пожалуйста, задачу, ребят. Формула какая получилась? Ну как? Корень из К на Q деленное на напряженность. Это из-под корня извлекаете. Потом подставляете. Так, переводим здесь. Смотрите, 36 нам на кулон. 36 на 9. 40 кН на кулон. Умножайте на 10 третьих. Все, перевели, все. Итак, следующее. Так, положительная, вот эта задачка поинтереснее. Положительная заряженный шар. Масса 0,18 сотых грамм плотностью находится в обвешенном состоянии в жидком диэлектрике плотностью. Диэлектрик имеется однородное электрическое поле напряженностью 45 кВт на метр, направленное вертикально вверх. Найдите заряд шарика. Она еще проще. Вань, ты пошли. Она чуть проще, которую мы решали на предыдущем с вами уроке. Мы, наверное, ее полностью решить-то, наверное, не успеем, но, по крайней мере, сейчас запишем домой, самое главное, сделаем чертеж. А вот если мы не успеем чуть-чуть, значит, дома вы ее доделаете. Главное, в общем, где нам ее решить, хорошо? Итак, что нам нужно найти? Найдите заряд шарика. Так, масса 0,18 грамм, плотность. Так, 1800 килограмм на метр кубический. Это плотность шарика, шебуковку поставь, маленькая. Да, теперь плотность диэлектрика 900 килограмм на метр кубический. 900. Так, есть однородное поле напряженностью 45 киловольт на метр. И оно направлено вверх. Поставь там стрелочку вверх. Да. Так, быстренько переводим в систему ЗИМ. На 10 минус какой? 3 плюс 2, 5. Так, 45 кило последний. Так, 45 на 10, 30. Это пойдет. А куда записываешь? Итак, у нас есть жидкий диэлектрик. Делаем рисунок, Валя. Рыбки диэлектрик. Нет, может, Валя, в воде находится. Диэлектрик. Находится, делится. Дальше. Что у нас есть? Раз масса есть, какая сила в первую очередь есть? Сила тяжести. Направлена вниз. Так, дальше. Сила электрическая, раз у нас есть напряженность. Так и пиши, сила электрическая. А еще? И сила Архимеда. Верно, она направлена вверх. Так, и для начала, что у нас? Раз она находится в взвешенном состоянии, она не двигается, значит, она находится в равновесии. Сумма векторная всех сил должна равняться нулю. Так. Да. Только вектора напиши, сверхновесие. Так. И расписываем. Сила Архимеда. Все, мы не успели. Хорошо, ребята, значит, эту задачку остается вам надо. Основное мы умеете записали. Всем спасибо за урок. Оценки у нас лучше всех работала эта группа и эта группа. И эта группа у нас за исключением представителя мужского пола, все остальные слабовато. Всем до свидания, молодцы.